Главные герои праздника толпятся в спортивном зале. Этот день запомнится им на всю жизнь. А стены образовательного учреждения станут вторым домом на ближайшие 10 лет. В качестве учеников ребята пришли в 56-ю Ивановскую школу впервые. Школа – это где можно читать, писать, петь, рисовать, лепить. Но в школе самое главное – учиться. Хорошо будешь учиться? Да. На какие оценки? На пятерке. Школа – это дом знаний. Дети сюда приходят, вырастают. И когда они уходят, приходят новые дети. Школа – наша память, как и детский сад. У меня сегодня в классе 31 ученик. Конечно, это все волнительно. 1 сентября родители волнуются, мы переживаем. Детки тоже вот пришли первый раз. Мы сегодня познакомились, с некоторыми первый раз, кого-то уже видели. 4 первых класса торжественно заходят в актовый зал. Линейка начинается с гимна России. Ну и, конечно, с приветствия главного человека в школе – директора. Вот уже 81-й год наша школа встречает первоклассников. И сегодня порог школы переступили 127 девчонок и мальчишек. И сегодня они герои нашего праздника. Я тоже в школу собиралась, подбирала все наряд. Только видно, зря старалась, в моде формы говорят. Сдержанные цвета школьной формы разбавляют яркие букеты. С этого дня жизнь ребят станет совсем другой. Придется привыкать к ранним подъемам по утрам и напряженным вечерам за учебником и тетрадью. Ритм жизни изменится и у родителей. Кажется, 1 сентября они волнуются даже больше, чем их дети. Первый раз первый класс. Все нам переживаем, как будем учиться, как будем переживаем. Отдаем дочь с радостью, с весельем. С позитивным настроем, да. Надеемся на лучшее. Я думаю, здесь все родители такие же, с таким настроем сюда пришли. Так что удачи, счастья, улыбок побольше в школе, ну и успехов, соответственно. В Ивановской области 1 сентября пошли учиться 200 тысяч человек. Из них 10,5 тысяч – первоклашки. Всех, кто сядет за парту и встанет у доски, с Днем знаний поздравил губернатор Павел Коньков. Вам предстоит жить, наверное, совсем в другой стране, чем она сегодня. Вам предстоит жить в стране, где будет цифровая экономика, которую сказал президент. Вам предстоит жить в стране, в которой будут другие образы, другие отношения. И самое это важное то, что все это будет твориться вашими руками. И если у первоквашек еще эти большие задачи впереди, то у выпускников они с ними столкнутся буквально завтра. Когда для этих первоклашек прозвенит последний звонок, страна действительно будет совсем другой. Но об этом говорить рано. Впереди у ребят целая жизнь, школьная жизнь. И пока только первый звонок. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.